Ее воспоминания. 1 сентября мы приехали, как раз я приехала на учебу, а у Миши было в колледже 1 сентября, и мы договорились встретиться на Арсенальной. Он говорит, ну там возле пушки, в общем, встретимся. Я как никогда не видела там пушку, ничего такого. Я убежал с пар. Немножко, правда, рано пришлось Алену возле метро Арсенальной подождать немножко, часа три. Алена, порядочная девочка, опоздала минут на 10. Я уже начал нервничать, начал набирать ее. Потом услышал, что она где-то в метро отключился, потому что я не слышал, что она говорила. Она сразу рассказывала, что я там испугался. И я хотела опоздать, же как положено, приехала там, в метро еще где-то тусовалась минут 10, чтобы опоздать, выезжаю 11:15. Он мне уже что-то позвонил. Я, ну, не взяла трубку, потому что там очень глубоко поднимаюсь, он сидит такой, пошли погуляли. Он даже не признался, что он там 3 часа сидел. Он сказал родителям, что поехал на пары, а сам сидел, меня там ждал с 9 до 11. Такой был момент, я ему, ну как узнать друг друга, я говорю, у меня будет белый пиджак, а он говорит, а я буду весь в черном. Но у меня был такой укороченный, ну женский пиджак какой, он укороченный. Ну, впрочем, вместо пиджака была какая-то очень маленькая кофточка. Я выхожу, он, вот это твой пиджак с карманами, там кармашки такие малюсенькие, и он теперь, вот это пиджак с твоими карманами. Ну, я сказал, что я буду в черной рубашке, она как раз с утра порвалась, пришлось взять серую рубашку. А сам пришел в рубашке серой, какие-то джинсы синие, говорит, я буду весь в черном. Ну, вечером потом, он очень не любит это вспоминать. Поехали в метро, и надо уже выходить, расходиться, и он выходит из вагона, и он хотел меня поцеловать в щеку, застеснялся и сделал вид, что вагон шатнулся. И теперь он мне все время рассказывает, что нет, это шатнулось в метро, я не хотел тебя целовать в щеку. Сидели уже на Майдане, на фонтанах. Я спросил, какого же цвета у тебя глаза? Она спрятала. И вот где-то с полчаса, а то и больше, я просто заглядывал в ее глаза. Ну, конечно, нервничала. Как же не нервничать? Я думаю, он еще больше нервничал. Мало, конечно. Немножко. Потому что с учетом того, что это, ну, Аленка уже морозилась от меня. Мы планировали еще в июне-июле встретиться. Но у нее каникулы, она уехала домой. Потом я очень долго выпрашивал второй шанс. Ну, нет, конечно. Он постоянно меня там, ну вот как-то, когда я закатываю какой-то кипиш, что-то переживаю, он такой говорит, так, все будет нормально, успокойся там. Ну вот он умеет как-то все усадить, его, не знаю, как сказать, успокоить, вот, решить. Ну, наверное, как обычно, беднище. Я постараюсь меньше лениться, больше, ну, даже не знаю, как сказать. Больше стараться быть тем, кем ты ожидаешь меня видеть. Ну и, конечно, я тебя люблю. Я очень тебя люблю, ценю. Ох, я не могу. У меня сразу слезы на глазах. Можно на этом закончить?